Дочекались ви цікавої розмови. Сьогодні незвичайний гість у нас буде. Що найголовніше, дуже багато вмінь і талантів має ця людина, і ми в цьому вже переконалися поза кадром самі. Так точно. Сьогодні до нас в гості завітав Дмитро Довганчук, психолог, спеціаліст з психодіагностики, нумеролог, астролог і, до речі, учасник битви екстрасенсів. Доброго ранку вам. Доброго утра. Звичайно, одразу цікаво, що вас змусило завітати на Закарпаття? Пригласили в гості. Пригласили, потому что люди начали приезжать, я принимал в Ровно, во Львове, а потом говорят, поехали к нам. И чему я занимаюсь, почему пригласили? Пригласили по недвижимости, я помогаю продать недвижимость, машины. Вот если у кого долго нет детей, то я помогаю в парах, да, допустим, если все нормально по анализам, все справочки правильные, чистенькие, а люди не могут забеременеть, я помогаю энергетически людей, да, ну скажем так, связать, чтобы у людей появились, да, у пары появились детки. Ну, если у людей там есть какие-то неприятности по здоровью, там, вот, смотрел сложных, тяжелых детей, да, там, с разными синдромами аутизма, да, там, такого плана. Солнечных детей смотрел, да, то есть помогаю им в развитии, возможно, даже в солнечных детях, если проработка нормально идет, то и речь, да, провоцирую, чтобы у человека речь пошла нормальная, да, то есть более или менее такого плана. Ну и многие такие моменты, больше занимаюсь опять-таки детьми, но и у меня есть несколько направлений, там еще помимо этого хиромантия, это диагностика, диагностика и по деятельности, и по бизнесу, и по здоровью, и личная жизнь, переезд, уезд, эмиграция, бизнес такого плана. Плюс еще, да, то есть подсказки беру, хроники Акаши, это энергетическое информационное поле Земли. Вот. Также просматриваю на картах Таро, да, то есть это больше ассоциативные карты, чем, скажем так, какое-то обычное гадание там, или еще что-то. Плюс еще занимаюсь несколькими видами нумерологии, целительства, знахарства, то есть и лечение, энергетическое лечение, потому что болезнь к нам приходит именно сначала с энергией, болеет сначала наше биополе, а через 3 дня, 4 дня, да, то есть появляется грипп и все остальное. Ну, знаєте, стільки багато у вас захоплень. Здається, щоб одну тему вивчити, треба дуже багато років. А ви так займаєтеся багато чим, і це, звичайно, забирає надзвичайно багато часу. Як так вдається? За скільки років ви до цього прийшли? На обучення потратив 8 років. От просто на обучення. В Германії вчився, в Австрії, в Ізраїлі, в Єгипті, в Індії. Вот еще есть мечта в Канаде поехать поучиться. Это там есть институты хиромантии, институты эзотерики, институты целительства официальные, те, которые есть. Травотерапия, телесная терапия, то есть как снять блок. Допустим, вот в бизнесе человек зарабатывает 20 тысяч долларов, да, в год, хочет 50, а не может. Да, энергия не позволяет или не достает ему энергетического поля, чтобы он взял эти деньги. Да? То есть он все старается, товар у него вроде бы есть, реализовать не может. То есть нужно расширить энергетическое поле, чтобы он мог реализовать, привлечь к себе эти деньги. Знаєш, так дивно звучить, правда? Розширити енергетичне поле. Мені цікаво, коли, в який момент життя ви зрозуміли, що вам треба це вивчати, що у вас до цього є хист? У мене бабушка займалася цілительством, лікарством, знахарством. С 8 лет я начал видеть образы, духи, сущности, лярвы, в общем, ангелы-хранители, архангелы. В общем, это в таком плане, ну, скажем так, высшие силы дают тебе видение. Вот. Плюс начал видеть мертвых, души, сущности, ну, такого плана. Да, там, то есть всех, которых там родственники, там бабушки, дедушки, я знал четкую дату, да, то есть ухода. Вот такого плана. Ви и можно. Якщо таке бачите. И можно на самом деле читать у человека смски. Ну, я на самом деле, когда вне своей деятельности, то я отключаюсь. Просто... А зараз ви ввімкнений чи? Нет, я просто отключений і все. А, да? Зараз, то есть, когда я там человека принимаю, либо ему нужна помощь, то за него высшие силы присылают мне смски.
ну, скажем так, подсказки. СМС-ки, ММС-ки, видео, да, то есть сюжеты его жизни, да, то есть какие возможны, какие, да, то есть какие ошибки могут человеку допустить, как их предотвратить заранее, да, то есть когда лучше операцию делать, допустим, в какое время года, да, либо срочно, либо там вот, говорю, там, обрати внимание, через 2 года, да, там желудок будет там, или коленки будут там скрипеть, я говорю, вот это поделать, то будет нормально, да, то есть улучшается, да, там, или курит красавица там одна, я говорю, через 4 года, говорю, в правом легком дырочка будет, минус 8 лет жизни. Ой, це дуже страшно. Почему страшно? Навпаки, бачите, все знати. На самом деле, я ей подсказываю, она, да, там, бросает курить, и все замечательно. Ну, це вже добре. До речі, ви і нам поза кадром багато чого вже встигли розказати. А наскільки знаєте про себе? Що вас чекає через стільки років? Чим вам краще займатися там уже, не знаю, 40 років? Чи знаєте це про некоторые себе? Моменти знаю, да. В чем, скажем так, прямое ясновидение, когда мастер занимается прямым ясновидением, он не знает о своих родственниках, близких, о себе. А вот хиромантия как раз помогает увидеть и своих родственников, и себя в том числе, да, то есть иногда, конечно, бывает не объективно, ты хочешь, чтобы получше тебе, скажем так, лучше шло, да, то есть везение, удача, но опять-таки какие-то неприятности все-таки ты видишь. Или, допустим, я вот племяннику за 2 недели до приступа аппендицита сказал, что у тебя будет аппендицит, такая-то дата, такое-то время операции. Вот, ну, боюсь уже и пытаться. Сейчас вы все по руці сказали, так? Нет, это я был на отдаленке, он со мной разговаривал по телефону. По телефону. Боже, да. Я уявляю, чтобы вы ему сказали, как бы он был біля вас. Вот, ну, я, так, чем как, закінчиться операция? Так как не, все нормально, я ему просто сказал, что уже, я ему сказал, что ты дергаешься, говорю, хирурги уже руки помыли, перчатки одели, я уже, ну, увидел, что над ним уже стоят, то есть у него наркоз уже над ним стоят, уже все конкретно. То есть результат положительный. Так, дивіться, я вчора, чесно, випадково побачила відео в інстаграмі стосовно гадань на руці. Після того, так, я зайшла в інтернет і почала дивитися різні картинки, але на всіх картинках лінії названі по-різному. Наскільки тобто, можна довіряти? Так, наскільки можна довіряти всьому цьому? На самом деле в інтернеті очень мало объективной информации, то, что касается хиромантии. Почему, на самом деле, не знаю. Очень недостаточное количество даже мастеров, те, которые выкладывают реальную информацию, либо выкладывают ее по стандарту, да, там, минимальное количество, там, допустим, даже если мастер читает мастер-классы по хиромантии, там 12 уроков стандартных и все. Больше не дают, да, то есть информации в этом. Но есть действительно подписанные, я тоже в этом встречался, да, с этим встречался, что линии называют бог знает как. На самом деле это такие профаны в том, что они, ну, не знают. На самом деле, как это все смотрится, все время, как цыгане тычут левую руку, а на самом деле руки надо смотреть 2, потому что у нас папина, мамина рука, у нас есть карма, путь свой, у нас есть карма, путь родителей нашего рода, как наш род на нас влияет, да, то есть какие есть ангелы, архангелы, какие есть помощи, какие есть проклятия, какие есть испытания, в каком возрасте, почему они приходят. Чем испытания алкоголем, женщинами, там, да, то есть деньгами такого плана, и, либо есть семейные программы, допустим, мужчина, да, там, сел в тюрьму, родил ребенка, снова сел в тюрьму, в тюрьме умер, этот же ребенок, то же самое, внук, то же самое, правнук, то же самое, то есть нужно снимать эту программу, да, там, или женщины, например, да, там, родила 2 детей, муж ушел, эти 2 девочки рожают по 2 детей, мужья уходят, эти же тоже снова, и вот, ну, вот так вот, да, то есть одна и та же программа повторяется уже не один раз, 3-4, это можно изменить, это можно исправить. Ви сказали, є татова рука, є мамина рука. А яка з них чия? Чи у кожного по-різному? Всегда мамина рука – это левая рука, а папина рука – это правая рука. І що це означає? Та я татовою рукою більше користуюся. Ну, татова сильніша. А що це означає? Що означає? Ви можете посмотреть, які болезни були у мами, папи, у бабушки, дедушки. Чи будуть вони у мене? І будуть ли вони у вас.
Так, чогось моєї мами тата більше. Дивіться, а є, ну, дуже всі знають, що є лінія життя, напевно, інші не всім відомі, як вони називаються, от лінію життя знають усі. Це яка? І є такий прийнятий міф, напевно, що чим довша лінія життя, тим довше життя. Ну, розкажіть більше про це. На самом деле, лінія життя, это, якщо ми можемо показати, вот так. А у нас, до речі, є фото світлини, якщо ми зможемо буквально за пару хвилин, буквально дві хвилинки, ми зможемо показати спеціально для вас ми підготували фотографії, які ви... А я думала, це лінія кохання. Ні. Нет. Ну, вы можете рассказать нам стосовно линии жизни. Смотрите, линия жизни. Линия жизни – это у нас линия та, которая у нас идет вот отсюда, да? То есть, и вниз. И идет вниз. Угу. Вот, идет вниз. И что означает линия жизни? Линия жизни, вот, да, спасибо. Линия жизни у нас обрамляет холм Венеры, это холм любви, эмоций, чувств. Что можно увидеть на линии жизни? На линии жизни можно увидеть свои успехи карьерные, количество детей, можно увидеть тюрьму, можно увидеть психиатрическую больницу, если человек психически неуравновешенный, можно увидеть наследство, выигрыши в карточно... скажем так, карты, казино, скачки там тоже, если большие выигрыши, лотереи, тоже там можно увидеть. Дальше можно увидеть на линии жизни автокатастрофы, лишение каких-то органов, если будут какие-то операции. Плюс еще на линии жизни можно увидеть банкротство, выход из банкротства. Можно увидеть определенные операции, все, что касается кишечника, желудка, мочеполовой системы. И можно увидеть ангелов-хранителей наших и наших помощников. Вот что можно на линии. Наши успехи, в какое время они будут приходить, когда они будут приходить и нашу перспективу жизни. Линии на руках меняются в соответствии с действиями человека. К нашим ладоням подсоединены с подсознания энергетические каналы и центральные нейроны, которые меняют наши ладони, когда человек, допустим, после клинической смерти он осознал, да, там, какие ошибки он сделал, и у него линия жизни и другие линии, да, то есть они меняются. И мы можем, да, то есть поменять свои линии жизни, которые, и не только линию жизни, а линию ума, линию сердца, линию души, линию карьеры, линию успеха, линию радости, линию богатства можем поменять. Це цікаво. Ви так говорите, ми розглядаємо ці лінії, хочемо щось побачити, нічого не розуміємо. У мене вона коротка, це... Ще раз, по поводу, смотрите, лінія, коротка лінія жизни не говорить о продовжительності жизни. Ага. Она говорит зачастую о качестве, либо человек иногда перестает развиваться. Але змінити можна, правда, ви сказали, тому не варто хвилюватися. До речі, чи означає щось родинки? Да. Все родинки на ладони, красные, белые, черные, оранжевые, синие, они негативные. А які позитивні? Нет позитивных родинок. Шрамы. Бывают шрамы позитивные, которые исправляют судьбу нашу. А бывают на самом деле шрамы те, которые очень негативно влияют, меняют нашу судьбу и вводят нас в кризис, в апатию, в депрессию. Да. Тобто все це має значення. Особенно, когда шрамы, да, идут вниз. Вниз ладони идут, то идут в депрессию, фобию, склонность к суициду, там, то есть такого плана. Ого, дивіться, перед ефіром, коли ви до нас ще не зайшли, ми з вами говорили, що ми хотіли б дещо дізнатися, і нам сказали, що ми дізнаємося рівно стільки, наскільки ми готові, так? Тому що часто люди бояться такого, бо вони почують щось погане. Энергия высшей силы дают мастеру определенный, скажем так, лимит информации, на который человек согласен. Угу. Да, то есть, который человек согласен предупредить. Да, допустим, вот мужчина пришел, и у него там явный развод. И он пришел именно по этому поводу, но он боится это спросить.
И я не могу ему не сказать, что вы пришли именно по вот этому вопросу. Вы пришли там по карьере, по своим деньгам, там все остальное. На самом деле вы пришли, да, то есть поток информации приходит, да, то есть и у него линии, которые его беспокоят, они плачут, они сияют, да, то есть подсказки вот идут, когда на линиях на руках. То я ему говорю, вы понимаете, что складывается так ситуация, что женщина, она от вас все равно уйдет. А у вас другая, да, то есть через 2 года у вас приходит другая женщина, с которой вы будете счастливее. Уже проживете более 30 лет вместе. Це понимаете, нормально. Да, то есть такие вот моменты. Просто інколи люди бояться зізнатись, так, чому да, вони прийшли. Да, они боятся сказать, что, почему, по какой причине на самом деле пришли. Или, допустим, девушка боится, допустим, делать аборт. Или, да, то есть сильно-сильно сомневается, да, допустим, ей 40 лет, у нее 2 детей, да, то есть, и она сомневается, что ей в жизни делать. А если у нее сильные ангелы-хранители, то они в любом случае сохранят этого ребенка. Да, то есть сделают так ситуацию, что она не попадет на аборт, да, то есть какие-то ситуационные, кто-то позвонит, да, то есть ситуационные высшие силы, да, то есть они сделают так, что благополучно разрешиться вопрос. Ви принесли цікаві карти. Так, до речі, не можна їх не помітити. Не можна їх не помітити, так. Що це за карти, розкажіть, і що по ним ми можемо дізнатися? Это асоціальні карти Таро. На самом деле Таро – это очень такая мастерская, очень сильная. И они дают подсказки. Подсказки людям, те, которые ко мне приходят. Это ассоциативные карты. И я зачастую показываю карту человеку, да, допустим, вот выбираем интересную карту, да, и я показываю и спрашиваю, что вы видите? Нам казати, що ми бачимо? Казати, що ми бачимо? Да. Я бачу роги. Угу, хорошо. Я бачу вогонь. Хорошо. Ну, у нього в голові дирка. А я бачу камінь. Ну, для мене... Ще в нього прикраса якась, чи це, напевно, накидка тут з знаком якимось? А мені здається, це якийсь щит. Ось бачиш, я, наскільки по-різному ми бачимо. У нього гарний і я бачу половинку апельсину, до речі, не знаю. Хорошо, от тепер це те, що як ви сприймаєте своїх сужених. Ви боїтесь змін жутко. Я? Да. Так. Я знаю. Вот. Вам потрібно це відпустити. Тому що ви будете привлекати мужчин, ті, які будуть все одно як-то петляти. Ого, класно, понимаете? Так, можна закрепати. Да, то есть, если вы видите дырку в голове, да, у мужчины, то вы всегда считаете, что вы умнее, вы обхитрите его. Так. Класс. Понимаете, то есть вы сами приносите ответы. Классно. Я, да, то есть вы сами со своего подсознания достаете ответы, просто карты они подсказывают, как правильно вам подсказать и отрегулировать те моменты, которые у вас являются, скажем так, есть шероховатости в вашем восприятии. Я просто хочу, щоб люди розуміли, ми бачимося вперше в житті, і людина називає дійсно факти, які, ну, такими і є. Вот ще интересно, да, если можно, если есть время, да, конечно, вот. О, я би таке татуювання зробила. Татуировки – це грех, беси. Так, ну я вже зробила. Ви на себе, да, то есть несете енергію не зовсім хорошу. Я вже зробила. Так важко. Бачу кістки, плащ великий, гарний. Тут мені свічка. Хорошо, що ще видите? Бачу свічку. І тут світло, сонечко. Та й все. Такого більше нічого не помічаю. А, її хтось тримає. Її щось тут тримає, мені здається. Мені також треба говорити. Ну, як хочете. Я бачу гарбуз, бачу хрест і бачу солдата за спиною. А де гарбуз? Знизу. Ну, мені здається, це гарбуз. Ага. І здається, ніби якісь прикраси. Ваші ангели-хранителі захищають ваше здоров'я. Так добре. Ти рада за мене? А у вас страх перед смертю. Класс. Да, то есть тут показываются определенные страхи наши жизненные какие-то такие вот моменты. Так, вот это. Я просто закрываю специально то, что подписано. Це сердечко. О,
Замок. Ага. Це сердечко. Розколоте чомусь тут. Угу. Серед міст є гарний такий червоний. Вода, ніби річка. І якісь яйця страусині, мені здається. Де? Тут? Так. Емоції, чувства. А это то, что вы можете делать деятельность плодотворной в деятельности бизнеса, предпринимательства. И на самом деле карты, они очень хорошо подсказывают, дают ассоциации, вытаскивают с человека его тайные страхи, желания, те, которые он напрямую вам не скажет. Понимаете? Тобто, знаєте, як часто по телевізору ми бачимо, приходить людина до гадалки якоїсь, витягує карти, і вона говорить, що вас чекає в майбутньому, а це насправді просто асоціації. Ні, є і такі техніки, коли потрібно подивитися на людину через карти. Угу. Ого, ну це все дуже цікаво. Да, тобто, коли на людину, допустимо, от смотриш, і потрібно, от чоловік просто мовчить, або ти чоловіка взагалі не бачиш. По фотографии. Вообще не видишь. Ага. То есть тебе позвонили, тебе нужно рассказать ситуацию, что произошло, поиск человека, допустим. Да, человек потерялся, вот у меня был такой сюжет, когда, ну да, три мужика... Это пробует твой экстрасенсию нет, зараз, так? Нет, человек, ну люди сидели, выпили по пиву, рядом все живут, раз, нету. Человек не вернулся домой. Вот, у него приступ, сахарная кома. Угу. Звонят мне, говорят, Дима, ну нету. Нету человека, два часа, там высокопоставленный человек, нету. Да, то есть у человека сахарная кома, он заблудился просто. И мы его нашли за 4 часа, если бы мы его чуть позже нашли, его бы не спасли. Ого. Тому це дуже благородна професія і те, чим ви займаєтесь. І важка. Надзвичайно важко. Дійсно важко, бо ви на себе приймаєте дуже багато чужих емоцій, чужої інформації. І відповідальності. Це і є, звісно. А як ви потім релаксуєте, щоб від цього відволіктися? Мені цікаво. Є медитації, правильний сон, путешествия во снах. Я дважды психолог, то есть, военный психолог, классический психолог. То есть, опять-таки, нужно смотреть в виде человека, насколько он восприимчивый, насколько он готов принять ту информацию, которая по нему идет, и как ему правильно ее, скажем так, предоставить. Угу. Подорожі у снах. Мені це так сподобалось, бюджетний варіант. Не можете кудись поїхати подорожі. Це на самом деле, дуже цікава така штука. Ти путешествуєш по чужим снам. Ого, я б не хотіла, щоб мої сни бачили. Да, то есть, це все намного интереснее, чем ви думаєте. Ага, ну, тепер ми знаємо, що у Каріни щось там у снах не можна бачити інше. А ми забрали дуже багато вашого часу, мусимо вже прощатися. Що на завершення побажаєте закарпатцям? Я желаю вам здоров'я, благополуччя, радості, понимания, уметь і стараться любить друг друга. И самое главное, что Бог внутри нас, и Он нам всегда помогает, мы частичка Бога. Дякуємо гарно за цікаву розмову. Сподіваємось, що не один раз повернетесь на Закарпаття. Ми наголошуємо, що сьогодні в гостях у нас був Дмитро Довганчук, психолог, спеціаліст із психодіагностики, нумеролог, астролог і учасник битви екстрасенсів. А ми з Світланкою вже ненадовго з вами прощаємось і за декілька хвилин повернемось.